Суд оштрафовал Microsoft на 242 миллиона за кражу технологии при создании голосового помощника Cortana. Украли код от Cortana! Буянов, блин, срочно зови своих юристов, помогай Microsoft. Ну да, тем более они в Лондоне, так что... Мы-то думали, только создатели Arena Breakout воруют. Иван Васильевич, моя профессия. Там, где Шурик побежал в магазин, а там чел продавал в пальто эти всякие транзисторы. Также тут китайцы подходят, а там кот от Таркова. А че он, кстати, реально в суд не хочет подать? Он же так уверен, что не украли. Деньги не нужны лишние? Да может и хочет, просто он это не будет афишировать, вероятно. Вдруг проиграет, это еще позор какой будет. Чел стоит на респе за гаражами, убил. А ты его резинг уже прошел или нет? Че, ты сам решил что-то? У нас сваруха на малый. Сдох, да, вроде. Ты хер его знает. Я вообще по кустам стреляла. Я тоже по кустам, по трассерам. Не, ну, нет, живой. Летить она улетела. Гранатка, ты чего? Очень сильно раненый он там. Ты внутри? Вперед уже? Я кину? Да. Кидай. Нихао по нее с поднятыми руками. Убил. Вот. Вот тут еще! Убил. Даже не испугался ни капли вообще. Граната? Где граната? А, вот какая-то граната. На малой, походу, все еще. Да. Там М-ка. Да не кидай. Ну, все. Сейчас он еще больше спрячется. Он только маленько смелеть начал. Никто ему ничего не кидает. Ну, там один, я-то шо. По длине идет. Тебе идет? Да, убил. Убил, да? Да. Но это вообще другое, это бомж какой-то. Это вот с медички, видимо, пришел чел. Давай просто к воде спустимся, уйдем к костру и попробуем с холма посмотреть малую. Окей. Я пыталась, ничего не увидела. Ты? Не ты? Нет. У воды. Средняя переходка. Поняла. Бил? Он по тебе и стрелял, походу, в спину. Присера? Да. Чекаю тогда пока что медичку. Может быть, тот сейчас решит подойти. Я внизу, я по воде. По мне... Еще? О, да! Я вышла. Фух. А малый, что ли, сидит? Да. Ага, бежит. Ну, либо, блин, точно опасный хилишь. Если он выйдет, я не успею его убить. Граната нам летит.
Оружие скинул. Убил. Послушаем немножечко. Вот этого кто убил? Они, походу. Может, он смотрел? Нету жетона. Да, ты его вогой взорвала. Ну, значит, видишь, как мне хорошо вога подействовала. И ты говоришь, не надо, не надо. Причем он с эмкой был, походу. Положил в него эмку. Ой. Да, с эмкой. Положил в другого эмку, с того типа. Что это с калашом, видимо, был. А, быстрее. Затылок-то открыт. Фух. Это битва за гаражами произошла, блин, только что. Портфеля тут не хватало. Хотя сумки, в принципе. И все из-за типа, который за АФК шел просто на гаражах, я его убил, они начали его ждать, раскидывать. 7 типов я убил. Где, блин? Это кто? А, это бомж у гаражей. Ты убивала кого-то? Одного, да. Ага, у меня 7. Ну, всю карту, получается, убили. Там тоже кто-то есть. Ой, блядь, на мосту. Кажется, их двое, один внутри, один справа. Секундочку. Ох, ёб, граната! Как бы слева меня не обошел. А ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть? Иди сюда, мерзавец! Негодяй, иди сюда! Это кто тут бегает у меня? Еще один чувак. Так. Ну,
Артаник, здорово. Так. Дом. О, мамонт. Товарищ мамонт, здравствуйте. Так, ну походу придется. У него шестой класс плиты. Ё-моё. У меня ведь тоже шестой класс в этом стоит. Ладно, книга фигня. СМС-ка фигня. Походу, такая фигня была уже, если помните. Брезент не простреливался, деревянные заборчики тоненькие. Короче, все не простреливалось. Любая фигня блочила весь урон. И сейчас, видимо, они опять эту тему сломали. Потому что вообще дамаг не проходит. Ни по ботам, ни по чевикам. Ну, вообще не проходит дамаж. Скорее всего, просто сломано. Опять. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.